Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить про дерево павловни. Последние года много шума из-за него было. Реклама обширная, в общем, пропаганда такая. Ну, я на своем опыте уже 5 лет выращивания павловни. Хочу поделиться с вами. Вот мое дерево павловни. Ему уже 5 лет. Напилилось с него уже куча досок, дров, в общем... Всего-всего понапиливал. Сейчас я вам покажу бревно. Вот такое вот бревно, больше 3 метров. Вырастает за год. Это шутка, конечно, насчет досок. В общем, можно сказать, горький опыт по выращиванию павловни. В общем, каждый год вырастает вот такая вот палка. Внутри она пустотелая, легенькая. И замерзает зимой. Весной также при возвратных заморозках точно так же вымерзает. Постоянно вымерзает. Да, растет быстро. У меня осталось 4 штучки, потому они не достигли, да, больше 3 метров. Они вот имеют высоту чуть больше 2 метров. Это сейчас на улице уже сентябрь. Вот такие они выросли. Еще было больше в кусте. Мы их обломали. В общем, пока с него польза только как декорация, и кролики хорошо кушают его. В общем, вот так вот. Здесь я решил, я так его и оставлю. Хоть он и вымерзает, но так для декора, для разнообразия. Пусть он здесь растет, у меня здесь разные деревья. Но во дворе такой сад здесь у меня, и катальпа есть, елочка вон, яблони, вон там все, разные деревья. Я планирую, чтобы сделать побольше, чтобы разнообразных было. Даже яблоньки надо будет повыкапывать и подсадить что-то другое. Покупал я эти павловни саженцами. Взял я 20 штучек. Сейчас я еще покажу плантацию, где я их высаживал. Также пробовал выращивать из семян. Выписал я, заказал по почте я семена. Там их немало было, такая жменька. Насеял я их, взошло их больше 100 штучек. Я их распикировал по горшочкам. Потом начали они все потихоньку пропадать. Черная ножка, наверное, завелась. И, в общем, осталось у меня их несколько штук. Один я высадил у себя и знакомым еще дал. В общем, они везде попропадали. И у меня, и у знакомых. Потом смотрел ролик в интернете. Там точно так же. В общем, рассказали, люди из семян выращивали, точно так же, как у меня, все пропало, черная ножка скосила, не знаю почему, они какие-то слабенькие, надо специальный, может, грунт, чтобы был какой-то стерильный, не знаю, в общем. И вот еще моя плантация павловни, вон уже некоторые его полностью пропали, вон там вон только остались, ветки валяются. В этом году у нас было засушливо, я вообще их не поливал здесь ни разу. Уже махнул на них рукой. Как говорилось, что они хорошенько растут, сильно быстро, да, и на дрова, это вообще не рентабельно, дрова еще и поливать. Но я здесь даже пробовал прикапывать их. Пустили они вот так вот с корня, потом паростки, потому что они каждый год, он даже шашлык их побил. Каждый год они вымерзают, пускают он с корня. Я их не обрезал, прикапывал. Хотел, чтобы больше саженцев было. Это здесь я выделил на огороде вот так вот земли. Посадил их на расстоянии 3×3. И засеял люцерквой. Думаю, пока они вырастут. Это время покажу пока люцеркву. В общем, вот такой у меня вырос лес. Папа смеется, что досок напилим. Я уже к этому времени пилораму. Понятно, не для этого. Но вообще я сделал пилораму. Папа говорит, вот как раз будешь пилить свою павловнию. Вот такой опыт с павловней. Так что, друзья, кто захочет такой бизнес, хорошо узнавайте, потому что вот так я насадил, реклама была очень хорошая. А в итоге, может, какие-то есть саженцы для нашего региона, я даже не знаю, моих всех знакомых, вот такая точная история. И то, что рассказывает, что надо делать технический срез, то мне такая цель, это больше оттягивает просто время. И чтобы не видели люди на вот эти сухари, обсохшие, потому что по-любому их надо спиливать.
технический срез получается у нас каждый год, потому что они каждый год обмерзают. Ну, в общем, вот так вот. Не подходит оно для нашего климата. Я говорю, кроме того, что зимой вымерзает, еще и возвратные заморозки, когда весной, также полностью вымерзают опять до корня. И первый год я еще их поливал, несколько лет первых, да. Постоянно следил за ними, да, они вырастали там метра три, какие побольше. И в итоге опять возвращалось все к таким вот началам. Это я уже этот год вообще решил их не поливать. Их потом придется еще корчевать. Будем здесь огород выращивать. Люцерна еще несколько лет побудет. Да и все. Вот тоже еще одна павловня. Один год она даже перезимовала. Хоть здесь и северная сторона, не знаю как. А потом опять померзла. Идет только вот уже почти с земли. Вот для нашего климата надо вот такие вот павловни. Вон какие выросли. Метра четыре за три года акации. Вот это для нашего климата. Вон уже какая. Ну, правда, они пошли с корня. У нас там акация, он растет большая. Это с корня такие выгнались. За три года, ну, просто огромные, смотрите. Насколько они выше дома. Так что в нашем регионе акация, клен, вот это самый раз. Вот еще одна павловня. Вон какая она за год вымахивала. Уже их не подрезаю, кроликов кормлю. То-то что хорошо, то что кролики кушают. Любят ее. Говорят, она питательная. И коровы кушают. Также, что интересно, решили в интернете поискать древесину. Доски продают, почем, что. И в итоге нашел только саженцы. Уже сколько лет рекламируют, продают саженцы, а древесины, пиломатериала так и нету. Доска не продается. Нашел одно объявление. Смотрю, ну, написано, что доска из павловни. В интернете открываю. Они опять же предлагают саженцы и рассказывают, как выращивать, и заключают как бы договор, что будут у вас принимать, ну, закупать доски, бревна. Ну, в общем, вот так. Такой бизнес. Ну, я расскажу вам про свой опыт, а уже вам решать, пробуйте. Может, какие-то, правда, есть сорта морозостойкие. У кого есть тоже опыт положительный, у кого отрицательный, в общем, напишите, мне интересно, что может все-таки есть такие сорта, может, кого-то все-таки получается, то рассказывали по технологии, за 5-6 лет вырастают деревья диаметром до 30 сантиметров, пилится на доски, а на их месте с пенька вырастает за 4-5 лет опять такой же точно ствол толстый. Ну, в общем, я вот уже попробовал. В общем, пишите. А на этом всем пока. До скорой встречи.